приятно возиться с землей, когда над ней, вон, видишь, возвышается башня крепости, которую ты построил. В общем, смотри сюда. Вот что мне удалось построить. Огромная крепость. Вон она поступает. Это все получилось не сразу. Сначала я планировал, что эта плана просто будет на горе. Потом я понял, что вся гора — это тоже замок, часть замка. В общем, и пошло-поехало, и понеслась, что называется. Сейчас я снимаю слой, потому что я тут строю виллу рядом. Вот эта колонна у виллы, вот она. Из полированного диорита, друг мой, да. Из полированного диорита. Итак, смотри, здесь раз, два, три, четыре. И здесь тоже должно быть раз, два, три, четыре. Так, все это обкладываем. Вот таким образом. Так, собираем. Вот. А значит, смотри, вот бассейн. Вот у меня, значит, смотри. Ну, колонны не совсем на одинаковом состоянии. Ну, давай вот эту колонну мы тоже сделаем на расстоянии трех. Давай все-таки ее переделаем. Подожди, вот так срежем. Так, не достаешь, да? Сейчас достанешь. Так, еще, да? Отлично. Так, здесь вынимаем. А здесь вынимаем. Здесь замуровываем. И вот, значит, раз, два, три. Раз, два, три. И ставим столбик. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот таким образом. И здесь, вот смотри, с этого боку тоже на расстоянии трех. Раз, два, три. Так. Вот это замуровываем. Вот на расстоянии трех. Два, три. Ставим. Вот она у меня тут пойдет. Но для этого надо еще наточить. Сейчас мы еще наточим диорита. Так, вот здесь у меня земелька. Земельку пока убираем, чтобы она нам не путалась. А здесь берем диорита и гранита. И сейчас надо будет нам большую камнерезательную работу проделать. Значит, это у нас полированный гранит. Но, к сожалению, да, вот видишь, так вот набираем его 64 штуки. Ставим в инвентарь. И диорит полированный. Очень красивый. Набираем тоже 64 штуки для колонн. Все, праздник. И пошли устанавливать. О, больно. И вот смотри, что мы делаем. Значит, здесь так, это раз, два. Подожди, это раз, два. Да блин, прыгай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, вот так, в ровненькую. И вот сейчас мы с той стороны посмотрим, как у нас смотрится. Вот как у нас смотрится. Здесь, значит, сделаем еще тогда на расстоянии трех и посмотрим посередине, просто у нас будет чуть-чуть шире или чуть-чуть уже. Раз, два, три. Так. Так. Смотри, вот раз, два, три. Здесь раз, два, три. Правильно все. И втыкаем сюда колонну. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И смотрим с той стороны, как получилось.
Ну, видишь, получилось, что вот там чуть-чуть пошире. Ну и что? Здесь мы придумаем какой-нибудь орнамент, я не знаю. Конечно, может быть, можно было еще повыше сделать эти колонны, но... Так. А далее. Здесь на расстоянии, смотри, здесь 2, 3, 4. И здесь тоже сделаем 1, 2, 3, 4. Соответственно, вот так все здесь выложим, по крайней мере, по границе. Так, все выложим по границе. Здесь мы уперлись, соответственно, в земельку. Убираем ее. Здесь тоже мы должны все освободить место для нашей будущей виллы, так или иначе. Но, вот, к сожалению, много такой работы, да, к сожалению. Ну что поделать. Все время трется тут этот торговец хренов. Что поделать, сейчас ему достанется крепкой лопатой. О, здесь уже полегче становится. Там еще нижний слой надо будет снять. Да, короче, Илья, пиши мне про, значит, почему у него не всегда стоит покупать у торговца. Это что-то таинственное. Это какая-то возможная мистика. Наша любимая мистика. Так, все. Значит, здесь еще нужно немножко выесть. Было удобнее потом крошить. Так, и давай сразу принимаемся вот за это все, за этот булыжник. Так, что касается вот этого топлива, то топливо здесь придется все выгребать, к сожалению. Что топливо нужно? Под бассейн заходим. Нормально. Так, вот это еще убираем. Здесь еще два, да? Два. Отлично. Так, здесь у нас гранит. Отлично. Это все убрали. И так, булыжником здесь вот закладываем все потщательней, чтобы у нас тут никаких пустот нигде не было. И вот здесь, значит, 2, 3, 4. И вот здесь кладем вот так границу. Вот так у нас идет граница пока что нашей виллы. Так, вот это мы все срубаем. Немножко тут осталось. Мы все с этим разберемся. Нормалиус. Так, ну здесь вот надо до конца дойти. Да. Земельку. Но все равно это все будет вырублено. Абсолютно все. Вот так. Вот так. И здесь тоже вот 1, 2, 3, 4. Делаем просто границу. Так. И вот здесь следуем по... Вот таким образом. Ну чё, теперь сейчас в следующем видео я поставлю еще одну боковую колонну. Еще раз любуемся. И вид на замок. Вот эту эстакаду я уберу. Здесь можно, кстати, будет оставить какой-то легкий садик. Может быть. Не факт, но посмотрим. Такой лайтовый.